Уж не знаю, получится ли данный сюжет, но вы смотрите. Самый негостеприимный магазин, да, вот видите, вход. И он вот так вот закрыт. Вот вообще. Мало того, там дальше вот посмотрите, да. Там нет даже где ноги вытирать штуки, да. И ступеньки поломаны. Знаете ли вы где-нибудь магазин более негостеприимный, чем этот? Пишите в комментариях тогда.